Мы работаем в колхозах до утра, с ночи до вечера. Каждый мой предок работал, и я вчера иду в сад помогать своей бабушке в саду таскать навоз и говно копать, и землю, и все подряд. Ох, бабушка, я так хочу, чтоб ты вечно жила. Хочу помочь тебе снизить давление твое соком свекольным, но она только пьет чертовы фармацевтические таблетки. Гораз этих госкорпораций чертовых, я ненавижу тебя, фуфлентофар. Уничтожу я тебя, фуфлентофар. Ты кормишь мою бабушку гадостными таблетками и меня тоже всякой херней. А сегодня иду я домой, меня мама выгнала, потому что я зачитывал фразы зеленого слона. Там я видел двух крутых девчонок, обернулся и увидел, какое красивое у тебя лицо. Подошел, спросил и сказал: какое красивое у тебя лицо. И она сказала: ничего она не сказала, потому что не принято русским девушкам говорить и первым подходить к парню. Я сказал ей: у тебя классное лицо, очень красивое, мне нравится. И показал творчество, и может быть теперь она будет моей подругой, но это все равно, потому что... Че, все что ли? Все видно. Чтобы мое лицо и с ног до головы, чтобы было видно, не могу настроить. Что-то я не знаю, как сделать. Если с ног до головы, то это видно только пояс. Получается, вот так надо как-то загибаться. Ну ладно, попробую так. Все. Дурацкий кавер получился. Ну ладно.